Девчонки, всем привет! Снимаю такое экстренное видео. Мне вчера моя хорошая, добрая подписчица сказала, что мое видео, оказывается, проигрывается на другом канале. Вот сейчас показываю вам этот канал. У нее более 1000 видео. В общем, эта дамочка, я не знаю, она чего добивается. Мало того, что я свое видео нашла, я еще нашла вот сейчас только что видео Маши из Испании. Вот оно. Испания, испанцы. И в этой 1000 я только начала рыться. Я вот на третьей всего странице, тут еще неизвестно. Кстати, Галю, вот кто знает Галю, она снимает на фоне ковра. Наточка, ты ее знаешь. Вот, кстати, ее видео здесь тоже мне попадалось. В общем, чудит, я не знаю, вообще прям... Дама, не знаю, ну что нарывается, предлагает, причем ссылку... как можно прочитать чужую переписку ВКонтакте. В общем, капец полный. Пират номер один на Ютьюбе. Я не знаю, как она этих 1000 закачала, и никто ничего не заметил до сей поры. Ну, в общем, я на нее уже написала жалобу. Так что, девчонки, Маша, я тебя тоже очень настоятельно прошу. И Галя там, если кто ей передаст, я просто... не знаю, как ее канал называется. В общем, девчонки, жалуйтесь, потому что вот таким вот вообще не место. Она творит по-крупному. Сейчас пока ничего не попадается. В общем, ну, я думаю, что достаточно 3 видео наших блогеров у нее, как говорится, в пиратских записях. Так что вот, всех предупреждаю, девчонки, вот этот вот канал, если кому надо, я вам дам ссылку или оставлю под этим видео, ищите, может быть, тоже ваши ролики обнаружите вот у этой вот особы. В общем, всем пока.